Ликвидацию паводка и оказание помощи населению обсудили сегодня в парламенте республики на правительственном часе. В настоящее время государственное казенное учреждение по ликвидации паводка и организации восстановительных работ проводит подсчет нанесенного ущерба. Предварительный ущерб только по селу Березовка составляет около 183 миллионов рублей. Для проведения восстановительных работ по ремонту жилых домов в селе работают 20 бойцов строительных отрядов. Однако доставка материалов – это острая проблема. Ответственные лица обещают начать ее с 15 июля воздушными судами. Но этот вопрос до конца еще не решен. Все-таки, может быть, в Березовке вода спала, там уже ущерб определенный. Это сумма порядка 182 миллионов рублей. А с водой как так подсчитать сложно, потому что уровень воды там еще пока не убавлен. Поэтому мы предполагаем, что эта сумма будет где-то за 300-400 миллионов рублей. Но это пока предположение. Я предполагаю, что школа Березовка и Сгалдая не будут работать, а как так это уже в зависимости от ситуации. Значит, в понедельник мы в составе рабочей группы вылетаем на населенный пункт Березовка, Сатая, Трактак, значит, и будем прорабатывать комиссию также эти вопросы.